Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами пиксельный survival horror Resident Evil Gaiden. Итак, мы с вами нашли комнату охраны, теперь нам нужно посмотреть, короче, по камерам. Нашли какую-то Люси, девочку, ее похитил какой-то монстр, и сейчас нам нужно отправиться и... ее спасать. Так, куда нам надо идти? Нам нужно идти вот, получается, на переднюю палубу, где мы изначально шастали, где мы нашли там ключ, по-моему, от лифтов. Вот. Теперь погнали. Кажется, я слышал крик. Он, похоже, доносился с востока. Окей. Так, здесь у нас по-любому... или мы уже погасили уже здесь этих зомбарей. Вот. Поняли, что означает восклицательный красный знак. Это получается, когда он появляется, значит, у врага что-то должно выпасть. Как бы так. Мы это поняли так. Снова крик. Теперь я уверен, что это Люси. Но где-то... она где-то рядом. Так, через бар. Погоди. С кочергой тут начал намахиваться, урод. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо отогнать как-то его. Иди сюда. Иди сюда, поносный. Поносный, иди сюда. Красавчик. Окей. Так, где-то, получается, здесь, да? Я слышу Люси, она за этой дверью. Окей, за этой дверью. Берри прибыл на место. Из темноты нечто огромное пыталось дотянуться до Люси. Спасите! Уберите его от меня. Это Люси, короче, говорит. Вот это везение, БО! Нихера себе. Нихера себе, это типа первый босс. Это первый босс. Это типа, это тиран. Это новый вид тирана. Как доктор Зойдберг. А, твою мать. Рано радоваться. Пусти. Бляха, я не могу убежать от него. Он своими кишками, кишками своими меня начал. Так, окей. Ай-яй-яй. А я с этим пикалем-то обычно не смогу его завалить. Погоди. Он меня сейчас убьет. Отлично. Био, как амеба, растеклось по палубе и... растворилось во мраке. Оно словно растаяло. Надеюсь, она наконец-то исчезла. Это было ужасно. Цела? Покажи мне свою руку. Что за... не царапинки. Но я же видел. Просто повезло, да? Повезло. Давай больше не будем испытывать удачу, ладно? Держись ближе. Вдруг монстр еще рядом. Нет, он ушел. Почему ты так уверена в этом? Не знаю, просто чувствую и все. Ну ладно. В чем дело? Что-то не так? Все в порядке, давай отыщем Леона. Так, окей, надо, короче, подлечиться нам. Опа. А я что, могу выбирать типа персонажа, что ли? А как это сделать? О, я могу выбирать персонажа. Найти Леона. Ну-ка. А нет, все равно за Барри. А зачем тогда вот это? Интересно. Так, ладно, окей. Потом это, с этим разберемся. У меня осталось 12 патронов от пистолета, 48 от дробаша. И нужно, наверное, подлечиться. У нас зеленая травушка. Но этого мало, наверное, будет. Вот. Так что, наверное, придется съесть все-таки одну желтую. Все, отлично. Есть одну желтую, теперь нам нужно куда?
Нам нужно отыскать Леона. Так, обратно возвращаться, окей. Здесь мы, по-моему, все обыскали. Ну, давай еще раз пробежимся, может, что-то появилось новое. Все же может быть. Все же может быть. Окей. Так. Ну, в принципе, ничего нет. В принципе, ничего нет. А, сохранка. Так, на третий файл, да, мы с вами сохраняемся. Гэри, прием, слышишь меня? Прием. Слышу тебя. Мы потеряли связь, что там произошло? Я нашел выжившую и, думаю, повстречался с нашим Био. Я отстрелял целую обойму, но оно исчезло. Жаль, что так вышло. У нас новости о Леоне. Наконец, расшифровано его сообщение. Думаем, что Леон в одной из кают первого класса. Спасибо за информацию, до связи. Почему бы не спуститься на лифте? Так будет быстрее. Спасибо, Кэп. Спасибо, Кэп. Спускаемся на лифте, окей. Так, а на первый этаж. На первый этаж. А мы на каком? Погоди, а мы на каком? Теперь третий этаж. Не понял. Не понял. Мы правильно? Я правильно приехал? Бляха, здесь дамы. А! Текущая позиция в балкон холла. Окей, нам сюда. Похоже, блок первого класса заперт. А, первый класс! Я думал, это первый этаж. Первый класс, понятно. У меня есть ключ от второго класса. Возможно, в одной из кают найдем что-то полезное. Стоит нам осмотреться. Так, окей, это значит дверь закрыта. Леха. Иди в пень. Так, второй класс это соседние. Хера там двери, ты видел, да? Так, здесь не пройти. Пойдем поверху, наверное. Может, что-то интересное здесь будет. Так, дамы. Погоди-ка. А, понятно. Леха, нет, зачем я сюда пошел? Нет. Меня окружили тёлки. Меня окружили бабы. Окей. Все ништяк. Так, погоди. Да какое резвое-то? Какое? Да в смысле? Я на одну нацелился. Мне вот непонятно, вот эта вот фишка, короче. Я нацеливаюсь на одну, а их тут две, или три, или четыре, или пять, или десять там появляется сразу. Так, ладно, здесь пусто. Бляха, патронов от пистолета нет. Погоди. А, она же говорила, ключ, да, у нее есть? Ключ от второго класса. Хорошо. Окей, мы во втором классе. На втором классе. И вот эту вот букву R или P английскую надо, короче, пройти. Смотри, сколько дверей. Можно пройти поверху. Там, в принципе, дверей нет, но там, может быть, всякие штуки, наверное, интересные лежать. Ну вот. О чем я играл? Зеленая травка. Ну ладно. Тоже неплохо. Угу. Поносный. Пана. Бляха. Кого-то из них... Ай-яй-яй-яй, беги! Хера он такой рванул просто. На, держи. Отлично, три патрона. Бляха, у меня... А я как-то могу выбрать-то? А, я могу выбрать, да, здесь оружие, смотри. Экипировано. Окей. Хера в него надо. Бляха, дробаш пошел в ход. Это не есть хорошо. О, окей, патроны от пистолета. Патроны от пистолета. Дробаш мы не тратим, мы тратим пистолет. Мы тратим пистолет. Блях, еще! Скрытый во тьме. Так, что у нас здесь? Патрон для пистолета, хорошо. В каждой ячейке нет автомата, забрать рожок нельзя. В смысле?
Да бляха. Вот это меня, знаешь, это очень соблазняет, блин. Почему? Вот я не могу понять, почему нельзя взять это патроны. Короче, запоминаю. Мы у нас гранатомета, короче, еще, да, гранаты лежат. Вот это вот на первой палубе, ну не, не палубе, а этот, носовая, да, наверное, часть или что это там такое. Вот был, где мы с Био, короче, сейчас сражались. Там гранаты лежат, и гранаты лежат рядом с комнатой охраны. Надо это запомнить. И здесь у нас лежит рожок для автомата. Здесь закрыто. Так, а у меня нет, да, ключей? Нет ни черта. Тросом здесь не взломать. Этим тут тоже. Это вообще от первого этажа, по-моему, да? Так, окей, ладно. Погнали. Опять здесь. Мадама. Иди, иди, иди. А что, ничего нет? А что, я сюда зря прибежал? Может, в комоде что-то лежит? Ай, бляха, я не хочу... Да не хочу я с ней... Ай-яй-яй, может попробовать ее ножичком, ножичком? Ну-ка, мы ножичком еще не тыкали, давай-ка попробуем. Ну-ка. Это на близкое расстояние ножик-то. Хлоп, 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 хлоп. Вот здесь без... Да в смысле ничего нет? Здесь без этого... Без урона, короче, с ножиком не получится. Это в любом случае, мне кажется. Но зато мы сэкономим патроны, в принципе. Да ладно, и здесь ничего нет. А в смысле? Чё такие пустые комнаты? Кто все забрал? Кто все забрал? Бляха. А вот это... Так, погоди. Вот там вот комнат целая куча, да? Куда вот поворот? И внизу еще две комнаты. Леха, надо как-то, я не знаю. Ай, ладно, давай пистолетом, короче, его сейчас загасим. Не хотел я, не хотел, короче, тратить пистолет. Ай, не достаю. В смысле? Куда ты убегаешь-то от меня? Говно. Поносный. Отлично. Отлично. Так, выбираем ножичко снова. Ножичко снова. Окей, идем здесь по низу. Оп. Так, зеленый. Ну, зеленый, наверное, он будет... Он будет полегче, наверное, ножичком ему несложно, наверное, будет загасить. Леха. Панул. Так в смысле? В трупе тоже ничего нет, никого. Да в смысле? Я что? Да какого хера? Вот хорошо, что я ножиком. Хорошо, что ножиком. А здесь закрыто. Жесть. Хорошо, что ножиком, что я не трачу, короче, эти, ну, патроны. Потому что... Бляха. Мадама. Так стоит, вообще просто такая... Жесть. Уйди! Уйди, мать твою! Уйди! Уйди с дороги! Он шарится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да бляха, нет ничего опять! Да какого хера-то? Пошла в жопу. Как у девушки в комнате нет ни черта? Это как? У них же полно всякое дребедение. Здесь тоже. Да в смысле? Почему все пусто-то? Уйди от шкафа. От шкафа уйди. Уйди. Да бляха. Сейчас я тебе... Надо чётенько ему в голову, в эту точечку, вот эту промежность, короче, попадать. О, да, что-то появилось. Легкая боевая броня. Да легкая, зачем мне легкая? У меня есть легкая броня. Ты мне давай тяжелую броню. У меня есть средняя броня. Ты мне давай тяжелую броню, либо какой-нибудь автомат, не знаю, или ключ там. Что-нибудь. Патроны.
Бляха, вот в этом по-любому кто-то есть что-то. Ну иди сюда, ну что? Тебя по-любому придется валить. Оп, бляха. Он контратаку мне сделал. Давай, умирай. Хорошо. Патрон от пистолета неплохо. И все, да? Ну, в принципе, нет. Вот это еще не зря. Это еще не зря. Я зашел сюда. Это не зря. Так, ладно, следующая дверь. Трупешник лежит, смотри. Снова мадама здесь. В трупешнике по-любому ничего нет. Они вот лежат просто так. Уйди, уйди, уйди. Но, я же говорю, ничего нет. Опа. Заряд, которым можно подорвать дверь каюты капитана на третьем этаже. Будьте осторожны. Собака. Баба-собака. Так, ладно, все, больше здесь ничего нет. Так, на третьем этаже каюта капитана. Окей, надо запомнить. Ну все, что там прочтем, да? Блях, опять стоит там Гордон Фриман. Пусто. Ну здесь по-любому, здесь даже зомби нет. Здесь по-любому будет пусто. Ни в углах, нигде ничего нет. Здесь по-любому все пусто. Окей. Ну-ка сюда. На кровати тоже пусто, здесь тоже никого нет, и здесь тоже, наверное, будет пусто. А, нет, смотри. Что-то подпихнули. А, подпихнули нам аптечку. Ну, в принципе, тоже неплохо. Тоже неплохо. Так, надо вот этого говнюка, короче. Уйди, уйди. Ай-яй-яй-яй! Нет! Нет! Так, 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 пистолет, пистолет, пистолет. Вот этих вот говнюков надо... С ножиком будет сложновато. Фу, он промазал. Он отслюнявил меня, но он промазал. Ножик. Ножик. Окей, экономим, экономим. Так, дядя. Бляха, почему у трупов ничего нет у этих вот? Они так вот выделяются, лежат, но у них ничего нет. Иди сюда. Сюда иди, сказал. Сюда. Иди сюда. А в смысле, почему ты не хочешь подходить? Сюда иди. Сюда иди. О-о, красавчик. Все, стой там. Так, я быстро сейчас заберу. Отличный инструмент для вскрытия замка, который у меня ключа. Дрель. Все, валим, валим, валим. Так, еще одна дверь. Здесь у нас дама. В комодах ничего нет. Здесь по-любому что-то есть. Она сейчас меня... Ух ты, патрон для дробовика. Бегом, бегом от нее. Я смогу здесь пробежать? Окей, отлично. Бляха. Гордон Фриман опять. А-а-а! Стоит там. Бляха, ладно, пистолет. Ай, не то нажал. Пистолет. Мне в комнату по-любому надо попасть, потому что вдруг там что-то лежит. А может и, как всегда, нет ничего. Надо сконцентрироваться. Бляха, я после... Нормально? Как хера такая подстава, да? Он такой умер, а я такой промазал. Так, ладно. Бляха. О! Вот так вот всегда попадать. Прям в промежность. Окей. Так, ну что у тебя есть? Только не говори, что у тебя здесь ничего нет, ну! Бляха! Ты знаешь... Подставы, просто подставы. Разработчики, вы что творите? Вы что творите? Так, там я не пойду. Там я кого-то не убивал и не хочу на него попадаться снова. Я пойду вот так вот. Вот. Так. У меня есть дрель.
дрель. Вот здесь вот дверь без ключа где-то есть. Ну-ка. Нельзя. И наверху, короче, у меня есть дверь, короче, тоже без ключа. Куда-то из них оно должно подойти. По идее. Да, отлично. Леха стоит, поджидает. Поджидай. Знаешь такого героя? Поджидай. Поджидай Кеноби. Давайте, ножичком сейчас. Так. Готово. Все прошло гладенько. Ключ от одной из кают второго класса на третьем этаже. Окей. Это, наверное, от той двери, которая внизу. Так, еще что-то есть. Длинноствольная автоматическая винтовка, простая в обращении и в то же время достаточно мощный автомат. Ништяк. Так, рожок от автомата у нас есть вот здесь где-то. Заберем. Ништяк. Ну, идем, наверное, значит, сюда. Открывать вот эту дверь. Я так полагаю, ключ-то от нее. Больше остальные все открытые, да? Окей. Так, что у нас здесь? Ключ от блока кают первого класса. Отлично. Все ништяково. Так, и все, больше ни черта нет, да? У нас есть ключ к блоку первого класса. Давай разыщем Леона. Отлично. Я следом за тобой. Так, и сохранка. Окей. Сохраняемся на первый файл. Сохраняемся и будем на этом заканчивать, дорогие друзья. Вот. Видос у меня подходит к концу. Поэтому за Леоном в первый класс мы отправимся уже в следующей серии. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.